Народ отписывается, чат говорит фейковое автоследование, которого не существует, счетов ничего этих не существует, локов не существует, клиентов в различных брокерах не существует, но я же выложил ролик про бабу, говорю, купите по 210, продайте по 223, получите 10 рублей, вам не все ли равно на это автоследование, если у вас, ну, грубо говоря, не знаю, нет денег, да? Просто купите бабу и продайте бабу, заработайте хотя бы 10 рублей. Заработайте 10 рублей, будут у вас эти деньги на автоследование. Специально говорю рубли. Прекрасно понимаю, что доллары. Ну, час здесь плоский, дивер, чертить его не будем. Давайте на 4 часа перейдем. На 4 часах уже сигнал продолжения тенденции. Уже вышли и зелененькие ступеньки вверх. И по 4 часах уже RCI. На максимуме, по 6 часам баба RCI на максимуме, и тоже уже сигнал продолжения тенденции, тоже после плоской дивергенции. Видите, что сигнал повторяется на таймфрейме 4 часа, 6 часов. Сейчас таймфрейм день, на таймфрейме день, сигнал продолжения тенденции будет, видимо, только начинаться. Долго грузится у нас. Сын напокупался гаджетов. Одновременно их все врубил у меня под носом. Ворует интернет, хотя у него есть свой интернет. Да, здесь также плоская дивергенция. Уже 10 рублей идет. Тут еще RCI пока в росте. И сигнал продолжения тенденции, как я и сказал, только начинается. Нет у вас денег на автоследование. Не верите в эти доходности. Не верите у нас, что 1 июля у нас новые тарифы, как говорится, Новый год. Ну просто тогда купите баба.